Быстро на пол, пацан! Знаете что? Пока я не очутился в каком-то боевике, жизнь была просто огонь. Мы пьем за моих 3 миллионов подписчиков, мать их! Я Артур. И я видеоблогер и стендап-комик. Твою же мать, мы словно в сраном блокбастере. Первый день после конца света. Электричества нет. Но это еще не все. Воды тоже нет. Мы знаем, что ты задумал! Это не просто бутылочки. Это весь запас воды, что остался в этом долбанном городе. Что было дальше? Второй день после конца света. Ты когда-нибудь стрелял? Да. Не в играх. Нет.